Дорогие зрители, с вами Лего, уже новая и не старая, которую я собираю всякие автобусы, а уже новая в коробках. Давайте, я знаю, как собирать уже Лего, давайте берем самолет. Для этого нам понадобится такая деталь. Ой. А теперь... Нам еще понадобится белая деталь. Ее мы ставим вот сюда. Теперь мы берем одну такую и делаем так. Теперь мы берем еще две. Вот эту. И еще вот эту. Готово. Теперь мы конструкцию надо сделать. Для этого мы берем две детали. Вот первую, вторую деталь. Таких. Теперь еще нам надо детальки. Так, теперь мы берем и делаем вот так, пистолет, и теперь делаем вот так и перекрепляем. Теперь нам нужны две таких и ставим их по сторонам. Теперь нам мы переворачиваем, и нам надо сделать зад. Для этого мы берем кубик и вот так делаем. Готово. Теперь еще одну. Вот так. И две таких нам надо. Все. Теперь переворачиваем и делаем. Нам еще нужно две таких. Их соединяем. И вот сюда вот так вставляем. И еще мы берем такую деталь. И еще одну деталь. Вот так. Теперь мы делаем вот такую деталь. И у нас так получается. И ничего не было видно. Мы берем вот эту. Теперь у нас готово. Теперь мы еще добавляем еще детали. Вот такие. То есть вот сюда. Еще нам надо вот такую деталь. Самая желтая такая нам нужна еще. И еще нам надо вот такую деталь. Первая деталь и вторая деталь. Две детали есть. Теперь мы берем такую деталь. Вам уже видно, потому что уже конструкция высокая. Как-то вот там прикрепляем. И вот эту кнопку. Все, готово. Теперь мы берем так деталь белую цветом и вот так. И еще одну вот сюда. Так. И еще нам надо сделать вот эту. И две таких. И еще одну сюда, вентилятор. И глаза нам нужны. Готово, глаза у нас. Такие фонарики. Теперь нам крылья остались. Это самое интересное. Потому что мы берем вот такую и прикрепляем вот сюда. Сейчас сделаю. И берем вот сюда. Вот так. У нас так должно. И крылышко.
одну. Все готово. И с другой стороны тоже. Так. Теперь последняя деталь. Это без носа, который мы сзади сделали. Вот такие. Мы берем пропеллеры и делаем вот все. Еще. Если я подую, они будут круче. Давайте проверим. Видите? Все. А теперь смотрите другое видео. И до скорой встречи, дорогие друзья. Пока.